С вами снова Бых. Сегодня Асакуса, точнее Каминаримон, Сенсоджи, или как ее называют еще, Асакуса Тера. Гуляем, показываю окрестности и продолжаю бубнить. Готовы? Поехали! Асакуса Тера, он же Сенсоджи, это один из самых старых храмов на территории Токио. Основан он был в 628 году, поэтому вы понимаете, что почти 1400, а если точнее больше 1300 лет. Очень старый храм, очень великий храм, храм, который многие японцы очень почитают, приходят сюда часто молиться, а точнее некоторые даже каждый день. Как видите, многие здесь ездят на велосипедах, по утрам бегают, занимаются спортом. Это, в принципе, вход свободный. Сегодня у нас снова жарко, я приехал сюда специально пораньше утром. Но, как вы видите, по моему лицу приветствие, у меня уже довольно-таки неслабо выступил пот. Очень жарко, влажность опять-таки под 95%. Поэтому все-таки сложно, тяжело дышать, особенно если дышать в маске. Мне многие писали уже о том, что зачем носишь маску, писали мне в личку. Все-таки, как я сказал, уже процент вероятности заразиться довольно-таки высокий. И я все-таки не хочу еще рисковать, не хочу заразить ни себя, ни свою жену, ни семью своей жены, скажем так. Перед нами Куджи, так называемое предсказание, стоит 100 йен. Я не знаю, сколько это будет в рублях точно по курсу. Переводите сами, наверное, порядка 40-50 рублей или больше, да, 60-70. Микуджи – это предсказание, вы платите деньги, вытягиваете случайные предсказания. Причем у японцев предсказания, как правило, не делятся на хорошие и плохие. В принципе, они все хорошие, однако с какой-то процентной вероятностью. То есть, например, может быть там очень хорошо, не очень хорошо, не очень плохо, не совсем плохо и так далее и тому подобное. В принципе, поэтому любое предсказание не является каким-то, да, там, злосчастным, хотя многие японцы переживают, а вот мне выпало там не очень хорошо, значит, мне какое-то будет горе, выпадет беда. На самом деле это не так, в принципе, переживать не за что. Но многие японцы в силу своих веры, наверное, буддизм, синтоизм, этому верят, и многие следуют предсказаниям. Поэтому, если, например, выпало очень плохо, например, или не очень хорошо, то стараются быть осторожными, стараются покупать амулеты, обереги и так далее и тому подобное.
прошлом видео я уже рассказывал о том, что я бросил школу японского языка. Сегодня, наверное, поговорим немножко поподробнее об этом. Все дело в том, что я, когда приехал, прошел вступительный тест по японскому языку и попал в класс, который занимался уже на данный момент в школе почти полгода. Соответственно, я попал в довольно-таки серьезный класс. Однако, единственное, проблема в том, что персонал, до того, как я приехал, рассказал мне про учебники, которые нужно хотеть. Это канзи, они же иероглифы, которые были намного сложнее того, что я получил уже непосредственно в данном классе. Соответственно, я знал сложные канзи, но не знал простые. Поэтому по словарному запасу, по грамматике я соответствую уровню, а вот по канзи мне было сложно. При этом получилось так, что мне приходилось очень сильно догонять. В результате интерес к учебе у меня начал пропадать. Те, кто только начинает учить, те, кто, я думаю, ну, допустим, учит там 2-3 месяца только японский язык, могу сегодня сказать, что если заниматься каждый день по несколько часов, то выучить японский язык возможно. Причем максимальный срок, в принципе, это в языковой школе, это всего лишь 2 года. За 2 года можно выучить японский язык на уровне самого японца, если, конечно, стараться. На данный момент Сенсоджи, она же Асакуса Динзя, многое закрыто, так как приехал я, опять сказал же, утром. Но и дело в том, что многое сейчас находится под реставрацией, поэтому некоторые моменты показать вам, к сожалению, не смогу. Как вы видите, очень много японцев, которые гуляют с собаками. Если сравнивать по количеству домашних животных, то на данный момент вроде бы как собаки лидируют. То есть питомцев больше собачек, а не кошек. Хотя многие дома, в частности и та квартира, в которой я сейчас живу, запрещены домашние животные. За шум могут наложить штраф, а могут даже и выселить. Идем к непосредственно самой Асакуса Динзя, она же Сенсоджи. Посмотрим, попробую зайти вовнутрь, разрешат мне или нет. Если что, то минайте, может схватить меня. Сейчас, как вы видели, внутри храма тоже идет реставрация. Внутри довольно-таки красиво обычно. Пару лет назад я там был. Довольно-таки замечательно, шикарно. В некотором случае даже впечатляет. Хотя, допустим, я как православный человек, мне немножко, наверное, не понять культуру и религию японцев, но действительно очень красиво, шикарно, круто.
перед вами место, где моются руки перед тем, как совершить молитву в храме. Это обязательно, нельзя, не помыв руки, совершать молитву, поэтому если вы это сделаете, если приедете в Японию и не помоете руки, то это будет очень большая ошибка и большим-большим оскорблением для данной религии, для японцев в целом. Прошу прощения за то, что гуляет у меня объектив. Я все еще не привык к управлению камерой, к моей палке-копалке, на которой держится у меня iPhone. Поэтому я пока все еще экспериментирую, поэтому не судите строго. Стараюсь я все-таки привыкнуть, научиться лучше ее управлять. Писали мне в комментариях то, что купи микрофон, купи стабилизатор. А нет, не стабилизатор, а грузик для стабилизации, да, iPhone. Все это будет куплено в ближайшее время, я надеюсь. Я все это нашел, но пока я особо не спешу, так как все-таки нужно сначала привыкнуть к управлению непосредственно самим телефоном на данной палке-копалке, чтобы уметь записывать видео получше. А уж потом, я думаю, нужно будет поработать и над звуком. Девчата, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Пишите опять-таки в комментариях, что вы хотели видеть еще. Я постараюсь удовлетворить ваши требования. К сожалению, в данный момент у меня мало времени для того, чтобы снимать новые и новые видео. Поэтому в ближайшее время, как только появится у меня промежуток между работами, я думаю, сниму парочку новых видео. Поэтому пока не обессудьте. Желаю вам быть здоровыми, да, удачи, успехов. Не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока.